Да, это очень забавный проект. Почему? Потому что он потенциально может взорваться, ну, ядерный реактор, без защиты какой-либо от взрыва. Но человек, который мне задавал его, ну, на вопрос, а вы как бы полетели бы на корабле, в который часть системы, в котором потенциально может взорваться просто. Да, конечно. Ну, так что это очень здорово. Это часть кожуха генератора. Здесь приемник тепла, защитный кожух металлический, свинцовый. Также, как я помню... Очень-очень понравилась нам бомбардировка нейтронами. Это изображает уран, тогда вот нейтрон вылетает и бомбардирует уран. И что происходит? Ну, происходит деление ядра урана под воздействием нейтрона, он делится, выделяет еще нейтроны. Вот, очень-очень такой показательный пример. Нам очень понравился с даром ветра. Вот так вот. Все.